Лежить, бідолага. Лежить, бідолага, мечтає. Побачив сьогодні Марусю, вона привіт там і позавчора передавала. Мечтає, лежить о Марусині. Ой, яка біда. Яка біда. Бачив, яка в неї там люлька красива для кошечок у Марини. Бачив, яка в цвіточках. Тебе такої нема. Ей, дай, скорей гризти. Полотенечко чисто. Тобі тетя армяночка з Ліона подарила таке мені полотенечко. Два штучки. Це сюди йому стелю, щоб він сидів. Одне ось на батареї міняємо чистесенькі. Чистесенькі міняю подлючки такої маленької. Так, Томас, прекращай. Так. А, покажу сейчас вам эти. О, вообще, очуманили мои эти. Цветы. Чи трава. Каланхоя-то уже погибла, что тут стояла, если помните, высокая такая уже. Вот эти ее сожрали, в общем. Ну, забили, потому что их много, их надо рассадить или что с ними делать, я этим не люблю заниматься. Так, а эти уже, ну, просто дистрофия. Сейчас я вам покажу. Свет, так, чтобы оно видно, не видно. Один вот, в общем, ну, еще такие более-менее при памяти. С вот этим вообще, что это? А этот... Уже ті в последней стадії, в общем. Вон. Все, ханаем. Хана. Уже пожелтела. Уже все. Я куплю свечки и вставлю туда свечки. Буде красивый подсвечник. Мне кто-то посоветовал вот в интернете. Я это сам обязательно. Сейчас піду куплю пару яиц, сделаю эти. Драники. Все. Да, давай. Ой, так він любить, це на балкон виходить. О, через окошко. Любе. Любе, жирнючий. Жирнючий котяра. Рудий, рудий такий. Такий рудий. Рудий та рижий, значить. Ой, ті потягушки, потягушки. Потягушки. Так, нічого тобі там ділити. Все, чекай. Такі прищепочки у мене. Мої хороші, мої любимі, зараз буду робити драники. В общем, як обіцяв, зроблю драники. Ось ця капуста, яку ви бачили, що залишилося від того борща, що я зробив. Зараз я прямо беру ось цю капусту, нічого з нею не роблю, з пакета достав, і починаю тереть от на таку терку. Натру, сколько мне надо. Она трется нормально, если вы видите. Только надо тереть вот так вот, чтобы оно листья не оттопыривались вдоль, туда. Так, ну, думаю, еще чуть-чуть. Все, вот это я ложу заново в пакет. Все, ничего не делаю, ничего не выдумываю. Вот это я убираю, это такие крупные, если попались там вот. Все. Больше мне терка не надо. Вот на такую крупную терку. Также я тру картошку, также я тру кабачки. Вот эти, как их называют? Ну, кабачки обычные. Все, все туда же тру. Так, сейчас одну секунду возьму. Возьму другую тарелку, в которой буду мешать. Колосную. Пошел в магазин, в общем, купил себе какие-то два мандарина. Такие здоровые мандарины. И такие, как шкурки у них такие огромные какие-то. Ну, сладкие, с косточками мандарины. Мне понравились мандарины, мы были на Корсике. И мы, значит, там сперли это самое. Дедом Наполеона, мы залезли в сад и наворовали там мандарин. Ну как наворовали, там они никто их не берет, а мы их взяли и съели, в общем, сорвали мандарин. Ну, это ничего страшного, потому что наши, кто с нами ездит, то вообще до музея Наполеона они пошли в его в туалет, сходили в туалет. Эти были в шоке, которые там ведут, ну, экскурсовод там женщина была. Она в шоке была, что наши пошли, оно работает, все, они пошли, этот бачок, сделали, что надо, и смыли, и все.
Она как потекла вода, она как подскочила. Ой, говорит, ты что? Два яйца. Вот такие, пришел, купил. Квочка написано. Квочка это... Кстати, квочка это та, кто хочет сесть на яйца, курица. Она начинает квахтать. Ой, упала. Она начинает квахтать, это значит, она готова сесть на это, на гнездо, чтобы высидеть птенцов. Вот это называется квочка. Чем тут квочка, не пойму. Так, все. И сюда же я ложу. Вот такой хуторок я покупаю муку. Хуторок беру. Вот одну ложку. И другую такую же ложку туда. Все, с горкой две ложки. Потом беру черный перец молотый. Чуть-чуть вот. Вот я его. Ну вот так вот тут. Вот так вот. Перца туда. Теперь соль беру. Вот щепотку. Вот такую вот соль. Все, хватит, наверное, да. Вот так. Все. И что-то мне вздумалось положить чуть-чуть горчицы. Сейчас возьму. Положу чуть-чуть горчицы. Вот так вот. Хай попробую, в общем, что получится. Я думаю, что будет нормально. Ну, для какого-то запаха, потому что постоянно одно и то самое. Так. Вот это сюда, руки получим. Тем самым делом включаем газ. Сейчас 2 секунды будет... А, так, мы через сковородку наливаем масло подсолнечное на сковородку обычно. Все. Так, надо это. А это все перемешиваем. Все, точно так я делаю с этими, с кабачками. Точно так я делаю с картошкой. Только без муки. С картошкой я делаю без муки. Вообще муку туда не ложу. Тру картошку, два яйца. Все, соль, перец. Ничего там больше не надо. Так что вчера рассказали вам за Зыкину. Еще, конечно же, вам расскажу и про Зыкину, что там было, чем это все дело закончилось. И расскажу вам про ту подругу, что уехала в Италию. И расскажу вам все-все-все расскажу. Только постепенно. Сегодня вечером спектакль «Турандот», но я не участвую. Я сделаю видео, его загружу и побегу на спектакль посмотрю. А 22-го я буду участвовать в «Принцессе Турандот». Спектакль «Принцесса Турандот». Это... Буду играть там министра Панга. В общем, кого, кто хочет. Там уже одни люди сказали, что в гостях не про Дзержинский, а не откуда из России, по-моему. Что хотят посмотреть. Так что добро пожаловать, приезжайте. Так, все, тут уже кипить. Сейчас. Вот сколько это самое получилось. Сейчас вы побачите, как я это роблю. Беру, хай оно немножко нагреется. Так, сейчас я пока передам привет. Тут, значит, у меня есть подписчица, живет в Питере, я так понял. Ната Ли. Ну, английскими буквами Ната Ли написано. Отдельно Ната и отдельно Ли. Все. Просто, чтобы я разогнал печаль, тоску. Все. Печаль, тоска пошла прочь, чтобы не было больше никого. Так. Так, так, так. Еще Нюта Ньютова. В общем, мне после того, когда я сварил борщ, начали писать люди, что я вообще мастер на все руки и все такое. Да, на какие там руки, в общем. Ничего не мастер, обычно я думаю, что все могут то, что я могу. И вот она каждая, ты еще и готовишь. Ну, все сказали, боже, ты еще и готовишь. Я говорю, я еще и вязать могу, честно. Я могу вязать, я в детстве вязал свитера, носки, тапочки, шарфы. И даже за один день когда-то, вот так беру, вот такие эти делаю, все. И даже когда-то за один день связал себе свитер. Вот такое было у меня. Что я за один день связал свитер. Правда, без рукавку. Ну, как джемпер или что. Так, еще один положу. На два раза у меня получится. Все. Ладно, тут то не получается так у меня одной рукой. Ну, в общем, это что наложил, то наложил. Все, и ставим на угол. Это самое. И значит, я говорю, я расскажу анекдот по этому поводу, про то, что я еще и вяжу. Это, короче, ну, анекдоты я еще раз говорю, что я рассказывать не умею. Ну, это маленький анекдот. Короче, на дискотеке в селе стоит девочка. Ну, стоит так скромно в уголке стала, руки сложила вот так. Это, и значит, хлопец подходит, говорит, ну из города видно, говорит, ты танцуешь? Она, сейчас секунду помою эту, как ее, лопатку. Она говорит, танцую, пою, стихи рассказываю. И он говорит, ты что плетешь? Она, плету, вяжу, крестиком вышиваю.
говоришь, анекдоты я не умею рассказывать. Поэтому, ну, что получилось, то получилось. Так, эти жарят салатки уже. Я их прям сюда вышвырну. Вообще, честно, я не брезг. И вот мне многие, конечно, там написали за мандарины, что это самое, туда-сюда, что я палец туда подкладываю. Ну, скажу честно, это я, конечно, сильно таким не страдаю. Это я сделал так, чтобы вас повеселить, видео. Ну, и как вариант того, у кого не мобильный. Может быть, кому-то это пригодится, даже если не... Ну, ладно, не буду ничего говорить. В общем, иначе... Это шо? У нас мужик, народный артист Украины... В шапке своей ушанки на лифчиках попался. Понимаете? Воровал лифчик и всовывал в шапку, одевал на голову. Вот это. Ой, цирк мой хороший. Вот это где стыдно. Вот это где позорище, понимаете? А то, что я пальчик подкладываю, так то детский сад. Так что не надо. Вот. Так, они поджариваются. Вот они жарятся вот так вот. Видите, все равно встает, ничего, но не это самое. Питают, на что у меня фольга на печке. Я не знаю, что она там на печке. Я там подсмотрел, в общем, где-то я увидел, в какой-то программе, чи в какой-то квартире, что такая. Ну, чтобы сильно не драить ту печку, потому что мало того, что оно забрызгивается жиром, оно еще потом вот это вот, ну, как вам сказать, ой. Ну, вот как оно темнеет тут вокруг комфорок таким, знаете, его не отмоешь, надо только... У меня крот есть, вот я крот наливаю на печку, в общем. Так, куча у меня, конечно, есть рецептов всяких, там, как я супы интересные делаю, все, я вам покажу. Потому что я, если честно, вот так беру и переворачиваю, все. Все, раз, два и готово. Без всяких. Переворачивается, ничего не рвется, ничего не ломается. Прожаривается и даже никогда не узнаешь. Я когда сам сделал, это я сам, кстати, придумал. Кстати, потом я видел видео у Людмилы, тоже есть вот это. Я как-то сам придумал, что-то жрать дома ничего не было. Думаю, что это самое? Ну, капуста, ну, яйца. Думаю, сейчас на труд сделаю что-нибудь. И вот получилось, и даже непонятно, что это капуста. Они такие, получаются воздушные, что просто. Это даже кто там на диете, или что, это можно есть, и ничего страшного не будет. Так что, мои хорошие, вот это такие дела. Расскажу вам обязательно за все, и за Москву, и за Уфу, и за... Ой, в Уфе тоже мне пришлось... В общем, ничего страшного. Что было, то загуло, как один мужик в автобусе сказал мне. Я так смеялся. В Уфе я еду в автобусе, мужик стоит на украинском языке, мне говорит. Что есть, то есть. Чего нема, того не будет. А что было, то загуло. Я так засмеялся, на всю жизнь запомнил. Так что, мои хорошие, что было, то загуло. Поэтому, кто старое помянет, тому гласу. Я ни на кого зла не держу, зато Свинкову расскажу. Кем она была, кем она стала, и кем она есть, и кем она останется. Все расскажу. Меня звала журналистка туда, на пусть говорят, но у меня не было, у меня были гастроли. В общем, все. Так что 22 числа, по-моему, 22 можно посмотреть на сайте театра Днепропетровского. Там есть репертуар. И там 22, по-моему, числа Турандот. По-моему, в 7 часов. Или в 6, я не помню. Так что побежу, завтра сделаю, может, рассказ там про Зыкину продолжение или еще про что-то. Про того Кизина, вот написала мне женщина, что был этим... Там, кстати, фотографию, то, что я в журнале, нашла одна моя подписчица. Я прям в описании к этому видео вставил вот этот вот, где я вот это держу, это студенческий билет. Я рассказывал, я перепутал там видное название журнала, и вот, и все. И, в общем, нашли это. Спасибо огромное, потому что я не нашел бы никогда. Потому что я искал, не нашел. И, в общем, одна женщина пишет, что прочитала, что этот Кизин был любовником Зыкина. Брехня собачья. Понятно, что люди читают, и, кстати, я когда приехал потом учиться уже в Украину, вот такие они получаются, мои хорошие, вы сами бачите. Когда приехал учиться в Украину уже из Уфы, то там, значит, мне тоже показали в Харькове, показали вырезку, что Кизин, любовник, ну какой любовник Зыкина, ей было 73 года, он там к ней прилип. Вот представьте, она еле тягала ноги, ну надо ей тут любовник, она бедная, вся больная, вся ноги еле волочила, надо ей вот это тут... Прихвости. Какие там любовник? Ой. Ей это не надо, а ему это еще больше не надо. Потому что я вам уже все рассказал. Почему ему это не надо. Поэтому хай не брешь. То он там себе такие статьи заказывает, чтоб... А сейчас я смотрел программу после того, как Зыкина не стала, и там он... Вот если бы Людмила Георгиевна сейчас вот очнулась, она всем дала про сгон бы. Да,
Вот если бы она сейчас проснулась, она бы дала разгон в первую очередь Свинковой и Кизину. Такой бы разгон дала, чтобы им бы мало не показалось. На чужой славе, на чужих, чужим талантом присасываются и сосут с этого человека. Вот уже соски. Ну как это назвать? Высасывают из человека все. И деньги, и здоровье, и все. Заставляли ее бедную. Ей, может, полежать лишний час хотелось. Они ее тягали. Давайте, Людмила, на концерты, на концерты. Она там, бедная, уже и под себя ходила, прямо на сцене. Я вам все расскажу. Нельзя, не, не буду это рассказывать, потому что это певица такая, нельзя такого рассказывать. Ну, было всякое. Поэтому ей было нелегко, естественно. Ей было нелегко. Имея такой талант, имея такие регалии на себе, тащить на себе вот этот крест ради тех, что им надо нажиться, понимаете? Все. Тоже мы поступили, нас заставляли рассказывать потом, что вот мы нищие, что мы сироты, что мы это самое. А потом, когда курс развалился, так они писали, что мы все наркоманы там. Я про наркотики меня спросили. Никогда. Я даже не видел ни героин, ни кокаин, ни анаша, ну, я не знаю, как оно называется даже. Я единственное, что в детстве там, дурак, в селе там вот, какую-нибудь травку курил, так плохо так было. И дурман травы когда-то наелся, чуть не сдох. Бежал за мной вараны бежали по дороге. Я, по-моему, уже где-то говорил. У меня такие галлюцинации были, что... Ну, вот вторые вот оладки у меня, вот так вот они шевелятся, вот так они сами отстают. Так что, мои хорошие, все, вот такие эти самые, быстро получается, ничего тут долго думать не надо, гадать не надо. Раз, два, намешали, натерли. Вот это я положу в холодильник капусту, потом еще натру, пока она не кончится. Все, вот положил горчицу. Сейчас попробую, сейчас кусочек возьму. Вот оно такое получается, но готовое. Ой, как вкусно, правда. Горчица хорошо. Вот такая горчица. Я люблю острое. Честно, обожаю его. У меня отчим любил у него. Ну так я болтаю, черти шо, понимаете? Рос огонек такой, горький перец. Он все любил. Таня, мне перец с борщем, перец. Горький. Жрал прям вот этими перчинами по 5 штук. Я 2 зернышка бросал в борщ. У меня рот огнем горел. Все, я не мог. А он так прям перец брал и грыз прямо так вот. По 3 штуки перчины сожрал. И росло такое дерево, жалко дерево. Но я его так ненавидел отчима, что я то дерево порывал куриным пометом. Мне одна там соседка подсказала. В надежде, что оно зачахнет. Чтобы он... Ну это, честно, не любил. Не любил и не люблю. И не сказать, что я там обижаюсь на него или что-то. Может и хорошо, что он такой был. Но я и тогда, я его не любил. Все. Я говорю правду. Что было, то было. Ой, вкуснее это. Все, мои хорошие, я вас люблю. Пока.